Всем хай, с вами Алена, и это уже третья часть крутые карты в Роблоксе, которые все ищут. В смысле я идею украла? Ни в кого идею я не украла. Первая карта — это какой-то Tower of Hell. Нельзя было по-украински или по-русски написать. На этой карте вы можете полностью расслабиться. Вас никто не будет трогать, и ваши нервные клетки останутся в порядке. Я так надеюсь, по крайней мере. Вторая карта какая-то Girl Grills Gorty. Я вам тут не англичанка, читайте сами. На этой карте вы можете сделать себе мега крутой скин забивной девчонки. Результат моего скина покажу в конце видео. Здесь я делаю просто мега крутую девочку. Смотрите, как я делаю. Музыка закончилась, жаль, здесь я, как вы видите, доделываю свой бич скин. Судьи не захотели оценивать мой скин, это очень жаль. Но как бы бывает, знаете, бывает. Девочки чуть ли девочек не прибили, а те девочки чуть ли тех девочек не прибили. Логика, зашибись. Следующая карта какая-то ТДД-3, вот. На этой карте вы можете снять коллаб и посраться с половиной Роблокса. Короче, сейчас я с какой-то девочкой танцевала. Короче, на этой карте весело, здесь я упала вообще. А можно с вами? Нет, нельзя. Посмотрите, какую красоту можно сотворить на этой карте. Если чё, то я сделала за 5 минут. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока, зайки. Простите, что так долго не выкладывала видео.